Ах, эти кошки! Что же они тут натворили? Теперь, ребята, мне придется показать вам, как же тут подсоединить провода, как найти начало и конец обмоток и как расположить их на колодке. В наличии у нас трехфазный двигатель серии АИР с возможностью подключения 380-220 вольт. Мощность двигателя неизвестна. Год выпуска 80-й. Число оборотов тоже неизвестно. Затерто все до невозможности. Распределительная коробка выглядит вот таким вот образом. Нет ни начала, ни конца, никаких обмоток. Будем определять, где начало, где конец, и будем правильно их маркировать, чтобы потом прикрутить каждый провод в соответствующее место. Для этого мне потребуется лампочка, на всякий случай еще одна лампочка. Это 220, это 12, провод и немножечко кембриков. Кембрики я заранее пронумеровал в связи с современной их классификацией U1, U2, V1, V2, W1, W2. Это, так сказать, последние ГОСТы. Раньше это все последние 80-х годов ГОСТы. Раньше это все писалось S1, S2, S3, S4, S5, S6. Сейчас в основном на всех двигателях, выпускаемых как в России, так и в других странах, выводы катушек, выводы обмоток маркируются именно вот таким образом. Выводы обмоток в данном случае выходят из двух отверстий, что облегчает поиск начала и конец обмоток. Так как это трехфазный двигатель, здесь, соответственно, должно быть три равных по всем значениям обмоток. Бывает, что 6 проводов выходят из одного отверстия. То есть я буду сейчас вам показывать, усложню немножко задачу, усложню задачу, как будто все провода выходят из одного отверстия. Значит, первым делом надо найти конец одной обмотки, начало одной обмотки и конец одной и той же обмотки. Начало и конец второй обмотки, начало и конец третьей обмотки. Как это можно сделать без приборов? Для этого потребуется провод для подключения к сети 220 вольт. Я надеюсь, что 220 вольт у вас есть. И, соответственно, контролька. Вот в виде такой вот лампочки. Сначала я подключаю, точнее, сначала я нахожу через эту лампочку начало и конец обмотки. То есть я их сейчас как сказать, не пронумерую, а сначала я их отделю цветными кембриками, чтобы вам было нагляднее это видно красненьким, зелененьким и желтеньким кембриком. То есть я сначала распределю их просто по обмоткам. Начало, конец еще неизвестен, но обмотки выделены будут, каждая своя обмотка будет выделена своим цветом. Будьте осторожны при таком способе проверки 220 вольт. Соблюдайте правила безопасности. Я вот сейчас закрепил все крокодильчиками, то есть один крокодильчик я подвел к началу одной обмотки, и вторую 220 соединил с одним контактом лампы, а второй контактом лампы я сейчас буду прозванивать все провода. И там, где лампочка загорится, засветится, там будет выход этой обмотки, начало которой я определил красным крокодильчиком вот этим. Включаем и ищем обмотку. Вот она. Запоминаем. Выключаем из розетки. Первая обмотка у нас найдена. Вот это и вот это. Помечаем кембриками. Аналогично ищем вторую обмотку. Подключаем к следующему проводу.
аккуратно берем лампочку, включаем в розетку и ищем второй провод. Так, это у нас вторая обмотка. Выключаем из розетки. Помечаем зелененьким. Ну и, соответственно, третью обмотку мы на всякий случай тоже проверим. Мало ли она пробита. Лампочка нам покажет, что обмотка, по крайней мере, пропускает через себя ток. То есть закрепляем крокодильчик на конец третьей обмотки и ищем, и подсоединяем к оставшемуся проводу, включая в розетку. Работает. Выключаю из розетки. Следовательно, это у нас третья обмотка. Три обмотки трехфазного двигателя у нас найдены. Выглядит это вот таким вот образом. То есть, вот красный-красный, зеленый-зеленый, желтый-желтый. Все, это мы проверили начало и конец, нашли начало и конец каждой из трех обмоток. Следующая задача. Надо теперь найти согласованность этих обмоток. То есть первую обмотку возьмем как, ну, допустим, какую ближе. Желтая, красная, ну, красная. Ну, давайте красную вот возьмем. Красная у нас будет обмотка как первая обмотка. Мы, соответственно, пометим ее как U1 и U2. В чем заключается простота этого способа, что мы сейчас все определим и расставим по местам без какого-либо прибора, без единого прибора, если не считать прибором вот эту лампочку. Смотрите, у нас определена первая обмотка, которую мы условно взяли за первую. На один конец я надел U1, на другой конец надел U2, то есть это типа вход, это типа выход. Теперь берем следующую обмотку, которая, допустим, помечена зеленым. Ну, возьмем ее, как будто она у нас вторая обмотка. Что мне для этого нужно? Для этого я к U1 подключаю один провод 220 вольт, дальше соединяю, значит, начало и конец, допустим, ну, к примеру, начало и конец вот этой зеленой обмотки, и ко второму зеленому я подключаю второй конец 220 вольт. Видите? U1, один конец 220 вольт. На конце обмотка соединяется с началом следующей обмотки и выходит другим концом опять в 220 вольт. То есть у нас вот эти обмотки соединены последовательно, но согласованно ли они соединены? Сейчас, как говорится, мы это увидим. Без приборов увидим. То есть, если они соединены согласованно, у нас начнет крутиться мотор. Если они соединены не согласованно, то есть неправильно, у нас мотор крутиться не будет. Вот проводим эксперимент. Так, сейчас я еще раз проверяю. Так, правильно, правильно. Правильно, правильно. Включаем в розетку и смотрим результат. Так, видите, мотор пытается дергаться, но не крутится. Не крутится. Следовательно, обмотки не согласованы. Что для этого делаем? Выключаем из розетки. Что для этого делаем? Смотрите, что. Мы просто меняем вот эти вот зеленые контакты второй обмотки местами. То есть мы подсоединяем вот таким образом. Соединяем крокодильчиком. А сюда, на следующий выход 220, подсоединяем начало первой обмотки красный, выход красный U2 соединен с другим концом второй обмотки зеленой, и к оставшемуся концу подсоединяется к 220. То есть мы зеленые поменяли просто местами. Теперь включаем. Если мотор начнет крутиться, значит обмотки согласованы. Видите, да, мотор крутится. Следовательно, обмотки согласованы. Теперь мы можем пометить вторую обмотку. Выключаем все из сети и метим вторую обмотку. Соответственно, та, которая у нас соединена с U2, становится V1. V1 становится.
А та, которая у нас шла к 220, соответственно, становится V2. Очень тяжело делать одной рукой. Так, V1. И, соответственно, вот это V2. Таким образом, мы нашли уже две обмотки. V2. Сейчас будем искать третью. Что мы имеем? Имеем две найденных обмотки. Начало и концы. Еще раз повторяю. U1, U2, V1, V2. Теперь надо найти согласованность третьей обмотки. Каким образом это делается? У нас опять подсоединяется один контакт 220 вольт к U1. Вот эту обмотку мы убираем в сторону. Она нам не нужна, которую мы нашли. И пододвигаем поближе желтенькую обмотку, которая у нас пока никак ничем не помечена. То есть нам потребуются вот эти четыре контакта теперь. Значит, U1 у нас 220 вольт. Эти два контакта мы соединяем вместе, тестируем. И к оставшемуся, вот этому контакту, подсоединяем оставшийся контакт 220 вольт. Вот таким образом выглядит тестовое соединение, ребята, это тестовое соединение. Мы сейчас проверяем. Значит, один контакт U1 220 заходит, проходит до конца обмотки U2, переходит в следующую непроверенную обмотку с желтым кембриком и выходит второй обмоткой опять к 220. Сейчас мы подключаем и проверяем правильность соединения. Согласованы обмотки или не согласованы. Подключаем в сеть. И смотрим. Так, мотор гудит, но не крутится. Следовательно, обмотки не согласованы. Выключаем из розетки. Отсоединяем. И повторяем все то, что делали и в первом случае. Крокодил убираем. И меняем две желтые обмотки. Специально для наглядности вам показал с желтыми кембриками. Местами меняем. То есть U2 подключаем вот к этому проводу. А тот дальний провод подключаем к 220. Выглядит это соответственно. U1 входит с красным кембриком, выходит в виде U2, подсоединен к другому, к противоположному концу с желтым кембриком. И тот желтый, который раньше у нас был сюда подсоединен, теперь подсоединен к 220 вольт. Те провода у нас уже определены, на них не смотрите. Теперь мы подключаем к 220 вольт, и если все нормально, то мотор заработает. Смотрим. Мотор работает. Следовательно, проводка согласована. Таким образом, мы нашли начало и конец трех обмоток в согласованном виде. То есть, из розетки все выключили. Отсоединяем вот этот вот, который подходит к U2, и надеваем на него кембрик W1. Это его конец. Так, а там, где у нас был 220 вольт, это W2. Это его конец. Обмотки найдены, согласованные концы обмоток тоже найдены. U1, U2, V1, V2, W1, W2. То есть все совпадает. Вот из этого окошечка выходят все с циферками 1, из дальнего окошечка выходят все с циферкой 2. То есть, если бы было одно окно, то примерно тоже так же вы бы их распределили. То есть, туда с цифркой 2, сюда с цифркой 1. Теперь следующая задача. У нас есть колодка. На ней надо расположить провода соответствующим образом, чтобы потом, основываясь на подсоединенные клемме она не распаечная, вот к этой пластине, можно было подключить соответствующие перемычки и подсоединить мотор 380 вольт либо треугольником, либо звездой. Сейчас я каждую клемму
сажаю на свое место и показываю, в каком месте должна находиться какая клемма. В принципе, вот в данном моторе есть подсказка, можете воспользоваться подсказкой. Вот, но я по памяти их просто помню, где какая находится. Сейчас я это все сделаю, скручу гаечками и покажу. Провода посажены на место. Теперь объясняю, где какой провод. Значит, U1, U2, V1, V2, W1, W2. Подсказки есть в интернете. Подсказки иногда бывают под некоторыми из крышек электродвигателей, но не под всеми. Следующий этап – это соединить необходимым способом выходы трех обмоток. Для подключения 380 вольт существуют два типа – треугольник и звезда. Для подключения 220 вольт, соответственно, эти выходы надо подключить по типу треугольник. Значит, для сети 380, ну, практически без разницы. Все моторы, которые я покупаю, 380 вольт, все подключены по типу звезда к 380 вольт. Ну, если есть желание, можно в треугольник переключить. Чем отличается треугольник от звезды? Ну, вот, например, в крышке распаечной коробки видно, что для того, чтобы подключить к треугольнику, надо соединить вот эти клеммы соответствующими тремя перемычками. Для того, чтобы подключить к звезде, надо соединить вот эти три выхода. То есть V2, U2, V2. Ну, W2, VU2, V2. Для этого существуют во всех моторах перемычки или это делается проводами. То есть я буду подключать по принципу звезда. То есть вот таким вот образом соединив выходы обмоток и прикрутив их на гаечки, а к этим трем проводам будут подведены провода, которые будут идти к сети 380 вольт. Все готово. Стартуем. Готовое соединение. Звезда 380 вольт. Включаем, проверяем. Ну, судя по звуку, мотор работает вообще нормально. Хороший мотор. Подшипники не сильно гудят. Звук тоже отличный с точки зрения согласованности обмоток. Так. Да, в общем, все нормально, все отлично, все супер. То есть все соединено, все концы найдены. Распаечная, так сказать, схема на распаечной колодке соединена тоже верно. 380 тоже верно. В общем, все отлично, все нормально. 380 вольт. Если надо подключить двигатель 380-220 вольт, то смотрите другие ролики. У меня есть ролики, где я показываю, как это делать. С вами был Лапойн Руслан.